рассказывая, Дима качает без вопросов. Я в шляпе, как Пачино, в поисках кокоса. Кокоса в Казахстане нет и в России нет. Я по рожу уебал, было бы кому за это. Эта тема, как в те года, 30-е, Чикаго. Было весело, пацаны в галстуках и шляпах мочили друг друга. Разговоры не канали, проходили туго. Все поделено, все во власти. Мусора дохли, как мухи, и закрывали пасти. Те, кто не делились, либо пропадали, либо с дыркой в голове под окнами лежали. И я хотел бы жить в те года, тусовать в Чикаго, состоять в мафии, да! Но я русский пацанчик и патриот, да я обснажаю всех поклал. Хотел бы жить в то время, да. Бля, я тоже. Я бы с Аль Капоне в отношениях был бы хорош. А в 90-х двигать хотел бы? Да. Да тебя там нахуй замочили на первой же стрелке. Джаза в России никто не слушал в 90-х. Слушали Кармена и комбинацию. Джаз! Зато вопросы решали круче, чем в Чикаго. Баюгой хотел стать каждый салага. Спортики и наибуры потянулись в города. Большие столицы, типа Йобурга. Наперстки крутили, крышевали все, что можно. Кому-то заебись, а кому-то очень тошно. И я хотел бы в то время быть молодым, злым, охуевшим, отчаянным. Но родился и подрос в времени, где везде мусор. По подсчетам в городе три мента на душу. Пущу лезет каждый, кто ходил на бокс. Спортик не ебаться, по понятиям жил и рос. И я спорту подогнал половину жизни. Да хуя кого ломал, да хуя чё спиздил. Хотел бы жить в то время, да. Бля, я тоже. Я бы с Аль Капоне в отношениях был бы хорош. А в 90-х двигать хотел бы? Да. Да тебя там нахуй замочили на первой же стрелке. Хотел бы жить в то время, да. Бля, я тоже. Я бы с Аль Капоне в отношениях был бы хорош. А в 90-х двигать хотел бы? Да. Да тебя там нахуй замочили на первой же стрелке.